свадьбу. На самом деле мы уже много-много лет живем в одном подъезде и первый раз встретились года 3 назад, наверное, 4. А до этого никогда даже не виделись, не обращали внимания друг на друга. И когда я переехал обратно в Россию из Израиля, встретил такую прекрасную девушку. Каждый день слышал, как она каблучками стучала по лестницам. Я на первом этаже жил, она на третьем. Мы стали общаться, дружить, время проводить вместе, а потом влюбились. Предложение сделал ей в присутствии всех самых близких друзей. Ко мне прилетели на Новый год сюда друзья из Израиля. И после курантов мы пошли на стадион, запустили фейерверки, и под фейерверки я сделал ей предложение. В новогоднюю ночь встал на колено, протянул коробочку с кольцом и спросил: «Ты станешь моей женой?» Она растерялась и задумалась даже, я немножко испугался. Вот, но потом... Я сказала «да». Да, она согласилась, и у нас фейерверки, все так весело, классно. Очень красивая, она очень добрая. И вот это очень интересная комбинация ума и красоты, которая далеко не во всех присутствует. Вот в свете как раз есть вот эта вот комбинация, когда она и сама по себе очень красива, и она очень умна, и очень так правильно ко всем вопросам подходит. Ведущий инженер все-таки. Дорогая моя, любимая, я хочу, чтобы ты была самой счастливой сегодня. Я хочу, чтобы ты запомнила этот день на всю свою жизнь и всегда с радостью вспоминала его, чтобы ты не нервничала и не переживала. Дорогой мой любимый муж, теперь я очень-очень рада, что у нас этот день наконец-то наступил. И что он проходит так, как мы с тобой планировали, 7 месяцев. И я надеюсь, что вся наша следующая дальнейшая жизнь будет такой же трогательной, нежной и в такой же любви, как у нас сейчас мы живем с тобой. Я хочу тебе пожелать большой-большой моей любви. Я тебя безумно люблю. В полном соответствии с российским семейным законодательством ваш брак зарегистрирован. Вы объявляетесь мужем и женой.